рассказ, который исполняли старину гусляры, которые ходили с одного села в другое и рассказывали истории. А я как будто бы гусляр на гуслях. Двенадцать разбойников, жилы у нее ратаман. Много разбойники прожили, крови честных христиан. Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Сам Кудеяр из-под Киева выкрал девицу красу. Днем с полюбовницей тешился, ночью набеги творил. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Бросил своих он товарищей, бросил на беги творить. Сам Кудеяр в монастырь пошел, Богу и людям служить. Господу Богу помолимся, будем Ему мы служить. За Кудеяра разбойника будем мы Бога молить. Вы почувствовали, что это, в общем-то, предпаскальная тема. Это тема поста. Сейчас начинается с понедельника пост православный, поэтому начинается канон покаянный и так далее. Но это я просто напоминаю. Сегодня Масленица, и мы после концерта решили присесть на минуточку и перевести дух.